Всем привет! Меня зовут Филиппов Андрей, и сегодня мы с вами будем качать наши руки, то есть бицепс, трицепс и предплечье. Про дельтовидные мышцы я рассказывал в предыдущем выпуске. Кто не видел, кликайте сюда, смотрите. А мы будем качаться. Итак, первое упражнение с моим уже любимым тренажером. Это вот мячик с песком, весит он примерно килограмм 10. Сначала будем забивать бицепс. Предварительно мы размялись с вами, это можно сделать с помощью отжиманий, либо немножечко покачать бицепс с читингом небольшим. Первое упражнение, встаем возле стенки, берем вот таким вот планом на бицепс и делаем раз 25, я примерно делаю раз 25. Делаем до конца правильно. Потом отходим от стенки, берем вот таким хватом, так называемым молотком, и делаем еще раз 10. Потом меняем хват на такой же, который был возле стенки, и добиваем еще также раз 10. Потом, когда уже сделали 10, можно сделать наполовину еще раз 5. Сделали, поменяли положение и делаем на трицепс. Также можно раз 15 сделать, проработать и опять добить бицепс. Сделали еще раз 10, потом поменяли молотком, еще до конца уже наделали, раз 10, 15 сделали. Таким образом появляется жжение в мышцах, мышцы хорошо прорабатываются, мышцы бицепса очень хорошо прорабатываются, мышцы трицепса задействованы средние, но все равно как-то оно прорабатывается. Появляется сухость, венозность, кому она нужна. Также не забываем про количество потребляемого белка, так как белок является строительным материалом, и без него у нас не будет никакой массы. У меня дома имеется вот такой вот тренажер Эспандер. Чем он удобен? Он удобен тем, что у него съемные пружины, можно регулировать силу, то есть ту силу, с которой вы сможете сделать. С ним можно делать различные упражнения, так как за спину, тоже неплохо. Работа на бицепс. Тоже хорошо делается. Пока не забыл, с мячиком упражнение делаем 4 подхода на каждую руку, примерно 4 раза в неделю. И если вы будете это соблюдать, то я так думаю, в течение 2-3 месяцев у вас появится рельеф, у вас появится мышечный рост, у вас будет заметен прогресс. И предплечье будем качать с помощью вот такого вот тренажера Эспандера, который можно купить в любом спортивном магазине. Их куча всяких различных. Я использую вот такой вот черненький. Простые упражнения, которые хорошо прорабатывают не только предплечье, но и руку. Укрепляют нашу руку. Делаем, сидим, что-то смотрим, например, какой-нибудь фильм. И работаем Эспандером. Пока не почувствуем жжение хорошо на каждую руку, прорабатываем до конца, пока рука уже не отсохнет. Пробуйте, занимайтесь, оставляйте свои комментарии под этим видео, что вы думаете насчет данных упражнений, что вы хотите предложить, что вы хотели увидеть. Также подписывайтесь на мой канал, кликайте сюда, ставьте лайк. До скорого!